Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу акрил 100% 315 метров на 100 грамм и спицы номер 3. Тапочки начинаем вязать с нижней части узора. Дальше вяжем мысок лицевой гладью. Дальше вяжем верх лицевой гладью. Потом вяжем подошву и в конце сшиваем задник. На спице бирюзовой ниткой набрала 114 петель. Первых 7 рядов буду вязать платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала первые 7 рядов платочной вязкой. В следующем ряду начинаю вязать узор. Вяжем 8 ряд, первый ряд узора. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт узора. Одна петля лицевая. Следующие 2 петли снимаем не провязанными, нить за работой. Провязала раппорт и снова повторяем. Одна петля лицевая. 2 петли снимаем не провязанными, нить за работой. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем по такой схеме до последних 2 петель. Лицевая, 2 петли снимаем, нить за работой. Лицевая, 2 петли снимаем, не провязанные, нить за работой. На спице осталось 2 петли. 1 петля лицевая. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала 8 ряд. 9 ряд. Второй ряд узора вяжем. Первая петля кромочная и дальше вяжем. 1 петля лицевая. Следующие 2 петли снятые провязываем изнаночными петлями. 2 петли изнаночные. Провязала раппорт узора и снова повторяем. 1 петля лицевая, следующие 2 снятые петли непровязанными провязываем изнаночными петлями. 2 петли изнаночные. И так вяжем до последних 2 петель. 1 петля лицевая, 2 изнаночные. Лицевая, 2 изнаночные. На спице осталось 2 петли. 1 петлю провязываем лицевой петлей и последняя петля кромочной изнаночной петлей. Провязала 9 ряд. Следующий 10 ряд, 3 ряд узора вяжем. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой. 2 петли лицевые. Провязала раппорт. И снова повторяем. 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 2 петли лицевые. Провязала второй раз раппорт. И по такой схеме вяжем до последних 2 петель. 1 петлю снимаем не провязанной, нить перед работой, 2 петли лицевые. На спице осталось 2 петли. 1 петлю снимаем не провязанной нить перед работой и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала 10 ряд. Провязала 10 ряд. Следующий 11 ряд. 4 ряд узора вяжем. Первая петля лицевая и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Провязала 11 ряд. Следующих 16 рядов буду вязать так, как вязала предыдущие 4 ряда, повторяя схему из 8 по 11 ряд. Провязала еще 16 рядов узором.
Всего у меня провязано 27 рядов. 28 ряд. Первая петля кромочная, и до конца ряда вяжем все петли изнаночными петлями. Провязала 28 ряд. Нижняя часть тапочек готова. Дальше буду вязать мысок. Для начала провязываем первые 50 петель. Первая петля кромочная и 49 петель провязываем лицевыми петлями. Провязала первые 50 петель. На следующих центральных 14 петлях буду вязать мысок. Вяжем первый ряд мыска. Мысок буду вязать лицевой гладью. Провязываем 13 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд мыска. Второй ряд мыска. Первая петля кромочная. 12 петель изнаночных. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд мыска. Третий ряд. Первая петля кромочная. 12 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд мыска. Четвертый ряд мыска. Первая петля кромочная. 12 петель изнаночных. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряд мыска. Следующие 54 ряда мыска продолжаем вязать по такой же схеме. Лицевые ряды провязываем кромочные, 12 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночные. Изнаночные ряды провязываем кромочные, 12 петель изнаночные и 2 петли вместе лицевой петлей. Вяжем до тех пор, пока с обеих сторон на спицах не останется по 21 петле и центральные 14. Провязала мысок тапочек. На спицах у меня осталось с обеих сторон по 21 петле и центральные 14. Дальше провязываем 14 петель мыска и последние 21 петлю лицевыми петлями. Вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Провязала до конца ряда лицевыми петлями. Следующих 5 рядов буду вязать лицевой гладью. Лицевые ряды будем провязывать лицевыми петлями, изнаночные изнаночными. Провязываем все 56 петель. Следующий ряд у нас изнаночный, вяжем изнаночными петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Провязала 5 рядов лицевой гладью. Следующих 12 рядов тоже буду вязать лицевой гладью. Только на лицевой стороне будем провязывать изнаночными петлями, а на изнаночной стороне лицевыми петлями. Вяжем следующий, 6-й ряд. У нас лицевая сторона, значит провязываем ее изнаночными петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда провязываем изнаночными петлями.
провязала шестой ряд изнаночными петлями. Следующий седьмой ряд с изнаночной стороны вяжем лицевыми петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала седьмой ряд, следующих 8 рядов вяжем так, как вязала предыдущих 2 ряда. Провязала еще 8 рядов, следующих 4 ряда буду вязать белой ниткой. Вяжем лицевую гладью. Вяжем 16 ряд. Первая петля кромочная, это у нас лицевая сторона, провязываем лицевыми петлями. Провязала 16 ряд, 17 ряд продолжаю вязать белой ниткой. Это у нас изнаночная сторона, провязываем изнаночными петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Провязала 17 ряд, следующих 4 ряда продолжаю вязать белой ниткой, так как вязала предыдущие 2 ряда. Лицевые ряды провязываем лицевыми петлями, изнаночные ряды изнаночными петлями. Провязала еще 4 ряда. Следующих 26 рядов буду вязать так, как вязала предыдущие 16 рядов. Провязала еще 26 рядов. Вместе у меня провязано 47 рядов. Вяжем 48 ряд. Продолжаем вязать бирюзовой ниткой. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала 48 ряд. 49 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем изнаночными петлями. Провязала 49 ряд. Дальше закрываем все петли. Закрыла все петли. Верхняя часть тапочек готова. Дальше будем вязать подошву. Для этого нужно по нижнему краю набрать петли. Петли будем набирать бирюзовой ниткой. Вязать подошву будем платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды будем провязывать лицевыми петлями. Набирать начинаем с этого края. И вот так по низу и к этой точке. Набираем петли. Набрала по краю петли, вместе у меня получилось 113 петель, и первый ряд все 113 петель провязываем лицевыми петлями. Первая петля кромочная, и дальше до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала один ряд лицевыми петлями, в следующем ряду буду вязать подошву. Для этого провязываем первые 52 петли лицевыми петлями. Первая петля кромочная, и провязываем 51 петлю лицевыми петлями. Провязала первые 52 петли. На следующих 9 центральных петлях вяжем подошву. Провязываем 8 петель лицевых. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд подошвы. Разворачиваем. Второй ряд. Первая петля кромочная. 7 петель лицевых.
Следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Вяжем третий ряд подошвы. Первая петля кромочная. 7 петель лицевых. Следующие две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала третий ряд подошвы. Четвертый ряд подошвы. Первая петля кромочная. 7 петель лицевых. Следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд подошвы. По такой схеме продолжаем вязать до тех пор, пока на спицах у нас не останется 17 петель. Центральные 9 и с обеих сторон по 4 петли. Лицевые ряды провязываем кромочные. 7 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочные. 7 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала. Вот такая подошва у меня получается. На спицах у меня осталось 17 петель. Вяжем следующий ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. Следующий ряд. Первая петля кромочная. 5 петель лицевых. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Первая петля кромочная. 4 петли лицевые. Следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. Дальше. Первая петля кромочная. 3 петли лицевые. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Следующий ряд. Первая петля кромочная. 2 петли лицевые. И 3 петли вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. Дальше первая петля кромочная. 1 петля лицевая и 3 петли вместе лицевой петлей. Разворачиваем. Первая петля кромочная и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. И оставшиеся 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала подошву. Осталось только сшить задник. Выворачиваем на изнаночную сторону. И сшиваем задник. И тапочек готов.